будет развиваться рынок интернет-товаров в ближайшие 5 лет? Интернет-товаров. Рынок, он уже развивается быстро. И уже очень много покупателей из офлайн, идут к онлайн, оценивают вот это удобство в жизни. Этот тренд, он уже очень такой большой и продолжается. Больше и больше покупают уже instead of традиционный ритейл в онлайн. Я надеюсь, что вы тоже. И вот на ближайшие 5 лет, что мы видим, вот Россия сейчас такой next step of развития для онлайн shopping behavior, это происходит. Думаю, что в ближайшие 5 лет будут очень интересны в эта тема и будут еще больше ускориться вот этот темп рост продаж онлайн.